Здравствуйте всем! Сегодня мы с вами приготовим свиные рулеты со сладким перцем. Очень ароматное и вкусное блюдо, а также оно очень праздничное. Нам потребуется бекона, карбонат, мы его заранее помыли и обсушили, сладкий красный перец, чеснок, ну а также соль и свежемолотый перец. Разрежем перцы вдоль на четвертинки и удалим семена и перегородки. Разрежьте карбонат вдоль почти пополам, держа нож перпендикулярно доске, не прорезая до конца, примерно 1,5 сантиметра. Раскройте кусок как книгу, у вас получится неравномерный пласт. Натрите чеснок на терке. Мясо слегка отобьем. Посолим, поперчим его свежемолотым перцем. Возьмем пакет для запекания и разрежем его, чтобы можно было развернуть его в однослойный большой кусок. Бекон выложим на пленку слегка нахлёст в большой прямоугольник. На бекон уложим карбонат и смажем его натертым чесноком. На мясо вдоль выложим перец. Вернем в рулет, помогая себе пленкой. Потом в эту же пленку завернем, закрутим концы, чтобы рулет получился равномерным. Отправим его запекать при 200 градусах на 1–1.5 часа. Наш рулет мы разрезали на куски порционные, польем его соком, выделившимся от него. И подадим на стол. Рулет получается ароматный, вкусный, замечательный. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментарии. До новых встреч. Пока-пока.